Около 10 лет назад таджикские археологи сделали в горах Памира удивительное открытие. Он является уникальным по своему материалу. Впервые на территории Центральной Азии обнаружен город в горах. Его называют Мачу-Пикчу Центральной Азии. Карон очень древний город, и ему около 4000 лет. Карон – высокогорная загадка Таджикистана. На востоке Таджикистана, занимая один из хребтов западного Памира, находится удивительно живописный, труднодоступный и малонаселенный район. Это Дарваз – историческая провинция в Горно-Бадахшанской автономной области, на границе с Афганистаном. Дарваз называют «воротами Памира». Крутые скалы, бурные реки, вечные снега на горных пиках и зеленые долины в низинах – здесь есть чем полюбоваться. Сейчас в живописных ущельях появляются обустроенные кемпинги, гостиницы, зоны отдыха – все то, что принято называть туристической инфраструктурой. Мы построили здесь гостиницу с современными условиями для наших туристов, которые приезжают из России, с Германии, с Австралии, всяких стран. Мы предоставляем им хорошие условия, комфорт и хороший сервис, чтобы они влюблялись. Но за обычными туристическими достопримечательностями Дарваза скрываются исторические тайны мирового значения. Среди местного населения сохранились легенды о затерянном в высокогорье городе. В 2012 году археолог Юсуфшо Якубов начал исследование на высоте почти в 2000 метров. Поднимался сюда, смотрел, что здесь есть остатки строения. Поэтому мы пригласили, ребята, час давайте сюда. Обнаружили вот это жженые кирпичи, а потом это часть вот это хранилища, всякие глиняные трубы водопроводные. Сейчас мы около 40 помещений раскопали. В основном это помещения здесь, которые вы видите, это остатки помещений первого этажа. Здесь был второй этаж, второй парадный помещение, где царь жил там, стены были расписаны. В первые же дни работы стало ясно, найдено не просто средневековое поселение, а целый город – самый древний высокогорный город в Центральной Азии. Общая площадь этого памятника составляет 100 гектаров. Он расположен на горе Зогик. И строение этого города очень уникально, и она считается одним из древнейших городов Таджикистана. Найденные в горах Памира руины принадлежат древнему городу Карон, о котором упоминают средневековые историки. Его возраст может насчитывать 4000 лет. Раскопки показали, что город состоял из четырех частей. В цитадели был дворец правителя. В общественной части – храмы и центральная площадь. В жилой зоне находились дома горожан и ремесленный сектор. А за городом обнаружили погребальный комплекс зороастрийцев Дахму. В ходе раскопок в цитадели нашли остатки обсерватории и астрологической комнаты. Кроме того, в Кароне действовал водопровод и дренажная система, и это тысячи лет назад на вершине горы. Вода поднималась по трубам в каналах, насосов тогда не было. Чтобы она шла самотеком, точно рассчитывали и использовали разницу в высотах. Мы обнаружили там линии, водопроводные линии, очень монтированных красиво, что вот на высоту 16 метров самотек, значит, вода поднималась наверху, где-то находился санузел.
где распределялся воду. Сейчас обследовали мы точно, что вода поднималась сюда. Это уже нет сомнения. На этом удивительные находки не закончились. Каждый полевой сезон преподносит новые сюрпризы. Ученые обнаружили, кроме жилищных строений, сооружений, также храм, зороастрийский храм и площадь для Чавгонбузи. Это как современное поло. Сооружение храма имело 5 башен. Называются они Отоши Бахром, Отоши Инсон, Отоши Рустани, Раду Барк и Отоши Ахура Мазда. Вот эта башня огня считается самой древнейшей в Центральной Азии. Храмы, башни и алтари огня – традиционные места совершения ритуалов для зороастрийцев. Это одна из древнейших монотеистических религий мира. Считается, что ее основатель Заратуштра получил откровение из уст единого бога и властителя мироздания Ахура Мазды, а потом записал его в священной для огнепоклонников книге «Авесте». Было это еще в 7-6 веке до нашей эры. Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в физическом мире. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с древних времен источнику света и тепла. В зороастрийских храмах, называемых по-персидски «Аташкаде», буквально «дом огня», горит неугасимый огонь. Служители храма круглосуточно следят, чтобы он не погас. Есть храмы, в которых огонь горит на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Археологи утверждают, что башня огня в Короне – самая древняя и высокогорная в Центральной Азии. Такое же определение подходит и для этого сооружения. Так выглядят остатки стадиона для Чавгонбази. Это командная конная игра наподобие хоккея на траве или поло. На лавках в форме амфитеатра могли разместиться до 10 тысяч зрителей. Есть идея о том, что амфитеатр привезли в Центральную Азию греки. Здесь амфитеатр Корона показывается до прихода, за тысяч лет до прихода Александра Македонского здесь амфитеатр существовал. И амфитеатр Корона – это огромное, большое архитектурное сооружение. Четыре основные природные стихии – огонь, вода, воздух и земля – у зороастрийцев считались священными. Осквернять их было нельзя, поэтому и кладбища выглядели особенным образом. Зороастрийцы не могли хоронить в земле, топить или кремировать своих предков. Останки умерших они помещали в высокие открытые башни, чтобы птицы могли обглодать кости. Эти сооружения назывались дахмами, зловещими башнями смерти. Очищенные кости собирали в специальные сосуды, ассуарии. Обычно их хранили в дахмах или отдавали родственникам. На высоте 1800 метров от уровня моря, под скалой, мы нашли три каменные, значит, сооружения. Тахт называется, значит, для мужчины, другой для женщины, третий для детей. Археологи исследовали лишь часть древнего Корона. Уже ясно, что город не был завоеван или сожжен. Предметов быта практически не найдено, значит, жители сами покинули свои дома. Скорее всего, из-за истощения водных источников они просто спустились в более плодородные горные долины, оставив свою крепость ветрам и времени. Теперь руины 4000-летней давности привлекают туристов и любителей истории. Ты чувствуешь зороастризм, ты чувствуешь этот дух огня. Здесь каждый камень дышит каким-то невероятным магической силой. Популярности Корону добавило торжественное открытие в 2013 году. Тогда раскопки посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. С этого времени археологи не прекращают работы. Чтобы исследовать все тайны древнего города, понадобится еще несколько десятилетий. Ученые рассчитывают, что эти руины помогут лучше понять историю древних народов Памира, а вместе с ними – прошлое государств, занимающих эти земли сегодня.